Нами будет написано обращение в юридический департамент Одесского городского совета касательно правовой оценки данного документа, который предоставил представитель арендатора, а именно директор Резников Юрий Абрамович, а именно право собственности на бетонную площадку, которая преграждает свободный доступ на один из участков его пляжа. Вот. После чего мы сможем конкретно дать ответ, можем ли мы расторгнуть на основании этого договора, либо нет. На сегодняшний день, после того, что произошло 20.06, когда активисты самовольно срезали данное ограждение, он его установил обратно и утверждает, что имеет на это право. Действия его с автоматом и с нападением на активистов, на представителей СМИ я квалифицировать не могу, я не правоохранительные органы. На месте были правоохранительные органы, которые его задержали в тот момент, и соответствующие меры были приняты. Что далее было, как оно там у них, я не могу прокомментировать. Это директор непосредственно общества ООО «Канатная дорога».